Юху, всем привет! Почему он берет оружие, не знаем. С вами енот, с вами... Ага, Borderlands, и у нас будут квесты... Нет, это квест котел. Давайте пески зайдем. Рагу из монстров. Посмотрим хоть что они. Тут нам предлагают, так сказать. А, достать части монстров. Вспомни. Шейтёлки говорят, что Скутер самый шустрый из мужиков. Тачка мабы. Ну? Это ж было оскорбление, да? Ну, Интер. Даже не щелкается. Привет. Это что сейчас было? 29-й? Вы издеваетесь? Лузер! Сбегали вы выросли тут, вы чё? Фига себе, не муть. А, все? Хм, забавно. То есть все, в убежище? Котел, ну, поехали в котел. Я, конечно, не ожидал, что это будет так быстро. Забавный квест. Это тут, в котел. Котел. Пила зуба. Раз он говорит это тут, кто это такой, чтобы спорить? Какая-то запись, ну да ладно. Фига себе, они тоже по уровням выросли, прикольно. А я думал, они будут расти. Ну видно, чтобы я не скучал здесь. Давай. Все просто. Кто-то еще едет? Давай. Да. Пилами, пилами дам. Мне куда? Нет, не туда, мне туда. Да, меткость, конечно, жесть. Но нам это и не нужно. Иридиевый мор. Тут еще и квесты есть. Ну, Иридиевый мор нам только для этого нужен. Для сюжета. Добро пожаловать в Иридиевый мор. Пока сюда не прибыл Гиперион, это место... Ну да, оно все равно было выгребной ямой. Но не настолько жуткой. Это я еще соберу. Вчера я малость поддал. И стал думать обо всех своих недовольных покупателях. В общем, я отправил им компенсацию. Не показывает, да? А о чем я думал? Достали... Некий из
почтовых ящиков, прежде чем автопочта разошлет их по адресам. Поторопись, их могут отправить в любую минуту. То есть, Иридиевый мор это... Не это. Ну ладно, сейчас давай здесь пополняем, раз мы сюда заехали. Теоретически, возможно, здесь есть еще много мест с разными квестами. Но фиг знает, сколько я еще выполню. Привет! Я не хочу тебя убивать! Что немного страха? Мне нужна твоя помощь! Ох, мне нужно имя! В этом здании нам придется подумать... серьезным наводящим на размышления вопросами. Как? А что отличает человека от человека? И помните, как вы убили всех этих разбойников? Помните? Привет! Я робот! И мне это не нравится! Ты поможешь мне стать человеком? Может быть, я не ношу одежду, но вижу, что люди носят много одежды! Ты добудешь мне одежду у местных бандитов! Я надену много одежд! Я стану лучшим человеком! Без проблем. Так, давайте разбираться. Служба поддержки. Это гонять надо, пока не готов. Убить себя. Что? Я заплачу тебе за самоубийство. Я выбрал для тебя отличное местечко. Не хочешь? Тогда звони на гиперионскую горячую линию для самоубийц и ничего не получишь. Но если нужна награда, прыгни с этого обрыва и стань моей шестеркой. Не спеши, подумай. Далековато. Неизвестно. Кыджи. Едем в гости к бабушке. Все далеко, да? Ну давайте мне к бабушке. Нужна твоя помощь. Я знаю, что ты думаешь, это ловушка, не слушай. Но речь идет о моей бабуле. Я построил ей домик в Иридиевом море. Пожалуйста, довести ее, проверь, все ли там в порядке. Да, не ради меня, ради нее. Добраться до дома бабушки, собрать цветы. Пепел аж сыпется. Да, место так себе. Да меня запарили. Че вы меня атакуете, да? Все, все. Так, есть мост. Потому что если я не знаю карты, как я буду доставкой заниматься? А, меня птички преследуют. Классно. Так, мне как-то наверх надо. А каким макаром, пока не знаю. Сейчас разберемся. Довольно такое, знаете, живописное местечко. Цветок. Джек попросил собрать цветы маме, бабушке. Это немножко странно. Учитывая вкусы Джека.
Блин. Лядня. Бандиты убиты? Да, ладно, ладно, хорошо, боже. Я надеюсь, что все в порядке. Надеюсь, где цветок вот? А как мне попасть в дом бабули? А, понятно. Новый потом... Хватит дергаться. Я... Электротопор бабушки. Этим оружием бабушка Джека воспитывала детей. Оно не только грозно выглядит, но и носит страшные раны. Тысячи. Спасибо за помощь, но мне все равно придется тебя убить. Нет. Ну ладно. Все мы умираем. Так, а где совершить самоубийство? Рядом. Убить меня ему придется. Послушайте его, а? Хорошо упал, да? Чё-то не убил ты меня. Я сам убьюсь, ты не переживай. Не туда, наверное. А Джек все-таки козел. Как он мог так со своей бабушкой? Ладно, мы с чужой, но со своей. От Вали. А, или отвали. Я буду богат! Спасибо, что позвонили на гиперионскую горячую линию для самоубийц. Красавчик Джек с сожалением сообщает вам, что вы трус. А? Шиш тебе с маслом, идиот! Ну ладно. Я думал, это что-то другое. У меня шлак, да? А шлак довольно крутая вещь. Надо. Надо же было так завалить квест, а? Так, нужно начать с тачка мата. Я же не знал, что так завалится все. О, бандиты. Вы не против, если я вашу одежду возьму?
тебя! Ладно, разбирайте тебя, пока сбегаю. Держи мне макаром везде. Не люблю квесты на время, если честно. Они меня убивают. Я хочу поиграть. Поиграй со мной! Пожалуйста. Че ж вас так много-то? Это чего? Стоять! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все, пошло время, да, пошло. Стопэ. Так, дальше что мне делать? Сюда, сюда. Нет. Не проеду. Давай, 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 давай. Беси меня. Ты того поднял? Печаль. Так, стопэ. Ай, нет, карта где-то. Так, как мне дальше заехать? Это в районе бабушка. Сейчас налево и направо, да? Нет, не туда. А как туда ехать-то, вопрос. Остается актуален. Это бабушка или не бабушка? Добро пожаловать, боль. Опа, плохо дело, сейчас взорвут. Теперь мне надо в две другие точки. Ай, ты ж гады. Как же мне сделать? Мне нужно назад сюда. Тихо! Нет времени объяснять, беги просто. Просто беги, да, это самое близкое вон, я вижу. Почему бы тебе не подойти поближе? Пошли вон все. Блин, время капает, время тикает. Пошли вон. Так, а теперь все, нужно как-то выехать сюда на трассу. Полкарты не открыто, я пытаюсь куда-то выехать. Так, а куда мне надо первым делом? Вот сюда справа. Нет, стоп, стоп! Я даже не знаю, куда это. Ладно, видно, зайдем с другой стороны сейчас. Давай, давай, у нас 3 минуты есть. Ты можешь. К этому доставили. Давай, давай, давай. Оп. Все. У нас 9 минут. Слушайте, здесь времени прям дофига. Так, стоп, стоп. Теперь как-то надо заехать туда.
все должно быть замкнуто. Сейчас заеду, не переживайте, все под контролем. Давай, 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 давай. Так, куда? Надо заехать сюда. В ворота. А он меня не пустит, да, таким макаром? Только пешим. Пойдем. Я ж правильно бегу, да? Правильно. Вперед, 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 мы уже почти. Плевать. Есть. Теперь достать назад, да, надо? Что на тебя можно положиться? Возвращайся. Да, пошли. Все, и что мне там остались за квесты? Бывшим ушли из Гиперона, грузик попросили вам помочь ему достать человека. Стать человеком. Почему-то робот полагает, что отличительное качество человека не кровь и душа, а одежда. А как это достать, неизвестно. Сацы, мой бог. Раковые больше в рот не возьму. Ну, есть подсказка, куда ехать. Черт. Катарелла, катарелла или как там, да? Ага, он говорит ехать туда, а я где? Я могу заехать, все сдать и поехать дальше. Сейчас все красиво будет. Нет, не оттуда. Все хорошо, да, идем довольно быстро. Время я забыл засечь, но примерно я знаю. Сейчас все хорошо будет. Блин, Джек такой умный типа сидит. Без меня. Служу поддержке, вы забрали чеки. Службу поддержки вы забрали чеки Маркуса, тем самым сохранив его прибыль на обычном уровне. Сегодня его отсутствие совести сможет спать спокойно. Ага. О! Мы идем в гости к бабушке. Бесенья, красавчик Гелл сделал вам весьма необычное предложение. Вы сказали, что подумаете. Только опыт. Ну блин, если прыгнуть бы, я бы да, мог получить что-нибудь. Тут шлак только 2000, тут электричество. 7 гранат. Ну давай. Может быть полезнее. Все, поехали. Так, каким макаром, понял. Через ту степь. Сейчас мы быстро доедем. Я же уже назадротил, приноровился немножко. Вообще забавно, что вот сейчас смотрю. Почему-то всегда есть на любой видос есть хейтеры. Я не понимаю, почему. Я, в смысле, не про свой, я вообще, в принципе. Про меня-то вообще пока непонятно, что у меня там мелкий канал, мало людей. Ну ладно, кто смотрит, тот вообще красавчик. А так фиг знает. Я просто смотрю, у тех же там, допустим, Куплинов, Шари, там, Пептар, вообще, который маленький канал. Почему их хейтят? Обязательно есть люди, которые ставят им дизель. Но зачем? Ну не нравится тебе, ну не смотри. Зачем ты смотришь и ставишь ему дизлайки? Он же ничего не сделает. Помри. А, она здесь валяется. А сейчас что-то вышло не так, как я планировал. Закрой рот. Ему плевать на шлаг. Ладно. Пора. Взять что-то помощнее.
Критическое попадание. Замри! Странно. Мне даже понравилось. Фу, шла! Фу! Ну а кто еще остался? Не шагу дальше! Все. Теперь отдать одежду и можно двигать дальше. Фух. Машину я оставил где-то там, да? Да, где машина? Ну ничего, машину сломали? А, нет, она сзади. Нормально. Сейчас сгоняем к роботу, выполним задание робота и поедем дальше. Как-то быстро. Столько квестов так быстро. Ну а что делать? Мне далеко отсюда до робота? Где я вообще? Ема, очень далеко. Ну а что делать? Будем ехать. Каким-то жмакаром до него добраться надо? Надо. То, что он в другом конце карты, он не виноват, не виноват. Долго открываешь, давай! Быстро было. Ты что, думаешь, тебе это поможет? Спасибо, теперь-то я одет в одежду! Мне кажется, я выгляжу прекрасно! Тщеславие, это так! Вы принесли мою одежду, он кажется все равно недоволен. Я чувствую себя человеком. Так, а снайперка или щит? Да ни то, ни то не полезно. Продам. Че? Знаете, от чего роботы без ума? От кусков тела. Я знаю, почему я не чувствую себя человеком. У меня нет конечностей. Я слышал, у этих бандитов тонны запасных конечностей. Можешь попросить у них парочку? Опять назад? И идти далеко-то как? Ну ладно. Поможем стать ему человеком. Так, 6. Хорошо. Ну, пойдем собирать конечности. Если на этих нету? Нету. Один момент, секундочку. Каменный мордоплюй. Еще и птички чертовы. А, черт, они меня грызут. Я вас всех позбиваю. А, закрыто. Какие проходы есть? Так, туда я уйду совсем далеко, значит, мне нужно в ту сторону. Хорошо. С одной стороны, хорошо, что управляется мышкой, но с другой стороны, не знаю, насколько это хорошо. Ой, не знаю. Ой, мама дмия. Хоть.
поехать? Наверх надо? Ну, поехали. Но надо выбить конечности. Блин, высоко. Почему ты не хочешь со мной играть? Да не обращайте на меня внимания, меня здесь нету, считайте. Да стой же ты! Хватит дергаться! Пусти навеки! Сейчас тебе все соберут, не переживай. Ай, я лопала. Чёрт, там Джакобс. Капец, его шатает тут, да? Да блин. Капец, ее шатает. Чей это? Че, еще не все? Да, сколько вы можете по одному вылазить? Все, все кончились. Молодцы, расходимся. Я вообще шел только за руками, а они сами вылезли на меня. Что я им сделал, я не понимаю. Ай. Блин, а то, что машина взорвалась, это не круто. Я, конечно... А, чёрт. Четыреста, семьсот. Граната. Граната. А вот граната, да. О. 8000. Так, давай пока продам все. Тебя продать. Прощай. 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 Хорошо, прощай, прощай, все. Здесь у нас 3000. А здесь 8000. И только две гранаты. Давай купим. Все равно делать некуда деньги. Продать. Ну, прощай. Блин, я потерялся. Граната!
Довольно! Я разорву тебя на части, Роблю! Ага, разорвешь. Дважды ж разорвешь. Ты ж гад! Вот чё, вот и всё. Так, потом мне надо вон туда повыше. Походу, я только помогу роботу стать человеком, и на этом часть закончится. Хотя, выбраться бы дальше... Ты куда побежал? Иди сюда! Я поиграю с твоим! Подвоночник! Ноги от глазки! Ты получил по заслугам. Стоять! Прощай! Конечно, сильная винтовка, но очень слабая. Ну, в плане прицеливания. Так-то лучше. А, блин. Фига себе, жахнули. Фак. Итак, на чем мы остановились? Стоп! Не успел. А вот то, что ты стреляешь медленно, это плохо. Офиг ли они здесь на меня напали? Я не понял, здесь же бандиты были. Ладно. Эй. Нега. Ведьма 1761. Ну, нормально. Мерцание, кинетическое отражение. Так, следующие две части тела довольно близко. Одна здесь. Лучше так, к ней сначала сбегаю. А потом к тачкомату. Да. Белый камень, на, мимо. Хотела вот сюда попасть. Вон тот камень. Мимо. Как же эти попадают, гады. Бегают же как-то, стреляют там с разворота в прыжке. Но это, видно, надо реакцию нарабатывать там поколениями. Поколениями. Задротить с детства, одним словом. Так, осталась последняя часть. А говорит, здесь можно пройти. Да, можно, смотрите. Интересно, лава меня убьет? Даже проверять не особо охота. Все, так, я готов. Так много конечностей. Мне не терпится их опробовать. Возвращайся. Да еду, еду. Там же никого не было. Ну, в смысле, чтоб взрывать-то? Как вы долго открываетесь?
Мне не очень нравится, как... Я эти конечности точно лучше! Жесть. Я иду! Нет, я человек! Я ем еду, и у меня есть человек! Ну, прикрепил к себе части человеческих тел, но что-то все равно не так, не считая того, что к нему прикреплены части человеческих тел. О, вот это может быть получше. Мел наконец-то узнал сокровенную тайну, правда, ему еще нужна ваша помощь. Сейчас. 119. О, это мощнее выходит все. Двухстволка, да? Теперь я вижу, что человечность не придет с ношением одежды, или если я одену лицо из плоти, на Пандоре человечность означает убивать других людей. Так что, убери! Мел! Фак. Прости, Мел. Ох ты. Стой! Я чувствую боль! Я чувствую боль! Значит, я... Кто, он взрывается при перезарядке? Ужас. Нет! Я живой! Да! Это лучший день в моей жизни! Псих чертов. Итак, с помощью надежного волшебства и огнестрельного оружия Мел наконец-то стал человеком. Вроде того. Кстати говоря, этот бой был очень веселым. Пожалуйста, возвращайся, не стесняйся, и мы сделаем это снова. Неужели я смогу соврать? Плюс 50 к любви, 3000 урона. Точность повышается по ходу стрельбы. Не понял. Это что у него за урон такой? Ну-ка сверим. Он говорит, что тут больше урона, но здесь я вижу, что что-то какая-то жесть. Надо будет проверить его. Так, ладно, теперь мне нужна другая локация, которую я как хотел там. Вот этот. Он вблизи так бить начал, быстро не среагировал, вообще аж растерялся. Назад, в общем, туда. Все, раскоимся, разъезжаемся, едем к точке. Вряд ли будут еще какие-то сражения мощные. Что за вспышка? Дебил. Действительно. 4 опыта только дали. Котел пила зуба. Ну, еще и квесты есть. Это хорошо. А зачем такому стиляге, как я, еще какое-то разрешение на врачебную практику? Мне нужны все квесты. Сейчас все быстро будет. Докладывай, ангел. Мне нужен искатель хранилища. Причем нужен был еще вчера. Я нашла кое-кого с большим потенциалом. Его имя Зеро. По крайней мере, так его называют. Настоящего имени никто не знает. Не надо, следующий. Ненавижу этих таинственных воителей. В 9 случаях из 10 они ничего из себя не представляют. Так, кто там у тебя еще остался? Воспроизвожу запись камер наблюдения. Никогда не падает! Бедный шлаги! Скоро падают листья. Снег ложится на землю. Замерло тело. Ну что, хайку что ли прочитал? А где квест-то? Снизу или что?
Нет, не снизу. Где этот чертов квест? А черт. Я квест еще отвалить от меня. Возможно, он где-то в пещере. Черт, это нехорошо, что здесь чекпоинт. Он же где-то должен быть. Еще один чекпоинт, классно. Мне кажется, я не на тот квест, да, побежал? Да, я тут искал. Жесть. Нет, здесь... Он сверху! Да вы издеваетесь. Спасибо. Хватит! Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Добро пожаловать! Ладно, придется их в следующей части поискать, потому что чувствую, их тут будет много, и надо где-то шариться искать. Так. Котел полузубов все-таки был телепорт. Странно, что меня туда не кинуло. Пила зубов. Ну ладно, давайте на этом закончим. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.